Общественники в Анапе – это не просто энтузиасты, это настоящие работяги. Городские власти всегда могут на них опереться и найти помощь в оперативном решении вопросов местного значения. Участвуем в субботниках, воскресниках по наведению чистоты и порядка на хуторе. Берем деревья, там клумбы, детскую площадку обустраиваем, облагораживаем. Посещаем ветеранов Великой Отечественной войны. Анатолий Каверин демонстрирует комиссии, проделанную его органом ТОС за год работу. В 2011 году его участок уже был победителем муниципального этапа конкурса. Третье место стало стимулом подтянуться и снова в бой. Конкурсантов немало. Только в станице Анапской 12 ТОСов подали заявки на участие. Но есть стимул и воля к победе. В конкурсе мы участвуем для того, чтобы показать, что мы стремимся улучшить благосостояние, стремимся улучшить жизнь людей и показать, на что мы способны и чего мы можем сделать в этом хуторе, чтобы было лучше. Конкурсантов оценивают по 15 видам деятельности, которая прописана в уставе органов ТОС. Высший балл – пятерка. 9 призеров наградят на сцене в День города. 3 лучших квартальных комитета в городе, 3 лучших квартальных комитета в сельских округах, 3 домовых комитета. Тройка лидеров представит Анапу на региональном этапе. С 2007 года, вот уже 7 лет, мы побеждаем всегда. И мы первое, второе место, третье всегда занимаем. Более того, мы привозим муниципальное образование 1 000 000 рублей. Для благоустройства. Миллион на благоустройство родного хутора или станицы – есть за что побороться. Администрация курорта, в свою очередь, старается повысить правовую грамотность активистов ТОС. Работа общественников – неоценимый и бескорыстный вклад в развитие города и района. Руководители органов ТОС, безусловно, это наши первые помощники. Проблемы, вопросы, которые возникают у населения, становятся нам сразу же известными, что позволяет оперативно их решить. Кому, как не общественникам, знать, чем живет население и в чем нуждается. Пожелаем конкурсантам удачи!